Всем привет, дорогие мои, с вами Игра Ради Z. Вот уже прошло 11 дней с того момента, когда я не записывал подкастов. Сегодня мы посвящаем 10-й по счету подкаст, знаковый подкаст о стримах на Твиче, о моих стримах на Твиче, не только на моих, не только о моих стримах на Твиче, но и некоторых тех стримах, которые я иногда смотрю и бываю на них. В общем, начинаем 10-й подкаст. Поехали! Ну что же, начинаем наш 10-й юбилейный знаковый подкаст со стримов, с моих стримов на Твиче, которые я обычно делаю именно для вас. Но мне еще нужно добить до ума Donation Alerts. Это система русских донатов, которая поддерживается в России, на Украине, в Белоруссии и, в общем-то, на некоторых других странах. Если внимательно посмотрите на еще и на европейскую валюту, то там еще есть. Если внимательно посмотрите еще и на европейскую валюту, и на казахстанский тенге. Не знаю, как правильно это произносить, но есть еще и доллар американский. В общем, для этого вы заходите на мою страницу пожертвований, но мне надо еще добить до ума Donation Alerts, который больше подходит мне, чем Twitch Alerts с донатами. Мне надо добить до ума Donation Alerts для того, чтобы подключить карту кукуруза, ввести некоторые информационные данные, которые подойдут под WebMoney. Наверное, вы знаете такую штуку, которая принимает карты типа кукурузы или чего-то еще. Извиняюсь, это просто перекрикивают слишком сильные голоса, и не могу сейчас говорить то, что сейчас происходит. В общем, мне надо добить до ума Donation Alerts, ввести свои данные, не чужие, только свои. И еще добить до ума еще на Donation Alerts с помощью WebMoney одну хорошую дебетовую карту кукуруза. Надеюсь, вы помните, что она существует до сих пор. Но потом её придётся опять заводить из-за того, что ввели другую политику конфиденциальности карты кукуруза. Добить до ума Donation Alerts, потом это включить и ввести некоторые данные на WebMoney. Пока принимает Donation Alerts только WebMoney. Да, и сейчас, конечно, тяжело добивать до ума Donation Alerts, но я, кстати, попробую это сделать. Donation Alerts с WebMoney, который только работает для Donation Alerts. Ну и еще с какими-то другими штуками, которые принимает Donation Alerts. Следующий момент. Это момент, где можно заказывать вашу музыку. Так вот. Вы заказываете музыку на специальном сайте twitchdj.ru, на специальном канале SuperDizeta. Команда Music. Как вы помните, это команда Music в чате. В чате команда Music. И, конечно же, две очень простые команды ВК и Ютуб, где вы можете подписаться и на группу ВКонтакте, и на каналы на Ютубе. В общем-то, это три сайта, не включая Donation Alerts, в котором я добиваю до ума эту настройку донатов. Но пока Donation Alerts на стадии разморозки,
так называемый, который можно потом уже прикрепить карты, потом ввести уже некоторые данные. Так вот, я немножко ушел от того, с чего я начал. ВК и Ютуб — это два разных сайта, в том числе и Twitch DJ, который относится к Twitch. Да, и на Twitch DJ вы можете заказывать вашу музыку. Не совсем обязательно с русским матом. Это просто заглушит полностью мой стрим. Если вы заказываете музыку с русским матом, то мне придется кого-то уже забанить. Мне придется или пропустить, или что-то сделать. С музыкой с русским матом. Не ставьте Оксимирон, не ставьте всяких там дебилов, которые матом поют, которые рэпят матом, да при том еще выплескивают эмоции непонятно чем. Так вот, ставьте музыку без русского мата. Это очень важно. Это очень важно, потому что то, что мы видим по телевизору, всякие музыкальные клипы, также вы заказываете музыку на Twitch DJ мне. Прямо поступают мне треки. Прямо треки поступают мне на... этот сайт. Потом еще будет какое-то время. Я сделаю какой-нибудь еще один сайт, где можно поддержать стримера особыми... Точнее, нет. Может быть, я сделаю еще одну ссылку на совершенно другую штуку. Но это будет в обозримом будущем. Так вот, о чем я сейчас начал рассказывать. Я добиваю до ума Donation Alerts. Как вы помните, три сайта, за которые вы можете вступить, подписаться и заказать музыку мне. На Twitch же вы можете мне заказывать музыку без русского мата. Это очень важно. Подписываться на мой канал на YouTube и вступить в группу ВКонтакте. Это очень важно, чтобы аудитория наполнялась больше, чем обычно. Самое главное, не свергайте тех, кого вы больше всего поддерживаете. Главное, поддерживайте только людей, которые... Мало ли что... У кого-то там ладится, мало ли что-то у кого-то там не ладится. В общем, поддерживайте вашего стримера донатами, если я добью этот Donation Alert до ума. Да, и сейчас, в завершении нашего 10-го подкаста, я хочу к вам ко всем обратиться. Кстати, будет идти голосование. Кстати, сейчас идет голосование в группе ВКонтакте по воскресному стриму. К сожалению, админ нашей группы не придет на стрим, что это печально. Что это печально для меня, поскольку у него другие занятости. Да, в воскресенье мы, наверное, либо будем стримить WWE 2K16, либо eSports UFC первую часть. Поскольку eSports UFC вторая часть будет выходить именно в марте. В марте она должна выйти. Собственно, и все. Ну что же, с вами был Игромер Адизет. До встречи в воскресенье на стриме по боевым искусствам. Я не знаю, за что вы проголосуете, но результат увижу в воскресенье, когда... наверное, появятся хоть какие-то результаты. С вами был Игромер Дизет. До скорой встречи на стримах Дизета. Всем пока!
harder, better, faster, stronger.